Когда, наконец, я уже сниму эти чёртовы розовые очки? И вообще, когда я уже пойму? Если не ждут тебя, то в дверь не стучи. А если тебя не раз предают, человеку не ищи оправданий, а то ведь сначала в душу плюют, а потом спешат все резко исправить. Так не бывает. Так просто нельзя. И мне порой, знаете, страшно, когда сегодня враги, а завтра друзья. Спустя годы уже не важно, правда?